Спасибо, Вадим Андреевич. Я представляю Ассоциацию операторов инвестиционных платформ, являюсь также членом Совета Торгово-промышленной палаты профильного. По поводу платформ. Сейчас мы наблюдаем несколько тенденций вообще в экономических, заканчивая другими маркетплейсами, в том числе промышленными. Это экономика новой кооперации, по-модному она называется шеринговая экономика или по-русски экономика совместного потребления. И децентрализация финансов. То есть финансовая система, она тоже трансформируется. Не просто появляются новые какие-то финансово-технологические, они же финтех-сервисы типа быстрых, удобных платежей мгновенных, но и происходит трансформация того, как традиционные финансовые структуры, такие консервативные, которые существовали многие десятилетия, предоставляют финансовые услуги. И децентрализация заключается в том, что появляются в том числе инвестиционные, краудфандинговые платформы и другие виды финансовых посредников, которые, ну, самый простой пример, Авито, но это не реклама конкретно этого бренда, это способ соединения разных видов пользователей. Те, кто хочет что-то продать и купить, это так как платформа такси, в данном случае инвесторы и заемщики или авторы проектов, в том числе и промышленные предприятия, могут встречаться на таких платформах. Казалось бы, ну вот да, это теория, это все классно, что вот как это способствует технологическому суверенитету и вообще трансформации промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, как это помогает? Ну, на сегодня у нас по статистике Банка России 125 тысяч инвесторов, пользователей, в частности, инвестиционных платформ. Конечно, если мы берем большие платформы, такие как платформа Московской биржи, где финуслуги, да, и другие, там число пользователей измеряется сотнями тысяч, но с точки зрения инвестирования вот, в виде децентрализованных финансов, в новых подходов, пока это у нас, ну, вот 100 тысяч превысило, вроде мало, но, с другой стороны, очень хорошая статистика. Я не ожидал, что в начале 2024 года, вот, в презентации Банка Центр Инвест, я уже увижу сравнение, то есть, когда лет там, 3-4 года назад мы думали, ну, когда краудфандинг приблизится, ну, может быть, там, к 50 миллиардам рублей в год, тогда мы, наверное, большие структуры станут нас замечать, но сейчас, и я вижу это во многих аналитических, экспертных обзорах, уже сравнивают как альтернативный источник. 30 миллиардов через краудфандинг, инвестиционную платформу профинансировано за прошлый год. Видов финансирования очень много, и можно, с одной стороны, ну вот мы методологически, в том числе на площадке Торгово-промышленной палаты, сейчас ведем работу над систематизацией того, как было бы наиболее понятно, в каких условиях, каким инструментом пользоваться, альтернативного инструментария. Ну вот приведу пример. Например, были в презентации Александра цифровые финансовые активы. Они есть еще другой вид цифровых активов, это утилитарные цифровые права. За прошлый год, правда, выпущены на 0 рублей, но тем не менее этот инструмент существует. Это тоже токен на товар-услугу. И вот начиная от многообразия вот этих цифровых прав, они же, я их называю токенами условно для простоты, заканчивая различными формами займов, инвестиций в капитал. Все это через децентрализованные вещи осуществляется через инвестиционные платформы. И я очень извиняюсь, что я сегодня без слайдов. Вот, обычно есть у Банка России очень хорошая инфографика, на каких этапах предпринимательского цикла какой инструмент востребован. И такие платформенные инструменты краудфинансирования, они уже заметны. И, ну, если говорить про число пользователей со стороны промышленных предприятий, заемщиков, то это очень скромная цифра. Это несколько тысяч предприятий, ну и в первую очередь представителей сегмента МСП в год. И это один из основных сложностей, основных барьеров для продолжения того, чтобы этот инструмент использовался для технологической, в том числе, модернизации. Еще скажу в завершение, что, ну, в том числе для цифры, как нам достичь 40% МСП, во всяком случае, способствовать тому, чтобы идти в эту сторону,
Это финансирование различных идей, в том числе изобретательства, в том числе технологических изобретений. Безусловно, это не те технологии, которые обеспечат технологический суверенитет на уровне страны, но если мы создадим акселерацию идей при вузах, при технопарках, с помощью вот таких децентрализованных платформенных сервисов, это уже сегодня возможно, и потихонечку это уже делается, вот, то воронка для выращивания, доращивания, для того, чтобы заметили промышленные предприятия, да, там тоже станкостроение, да, какие-то улучшения постепенные, воронка будет возникать, и это начиная от молодых специалистов, студентов, заканчивая опытными специалистами, да, пусть они там, допустим, на пенсии, но тем не менее, то есть это возможность привлечь софинансирование в свои изобретения, в том числе технологические. Ну и скажу еще, какие вот еще два барьера, помимо того, что пока возможности именно финансовые, средняя сумма займа, допустим, через интернет-платформу 1,5 миллиона рублей, да, ну а какой модернизации может идти речь, зато для малого бизнеса это очень хорошая альтернатива, дополнительный источник. Еще два барьера я бы выделил, это то, что деньги действительно дорогие, то, что это оборотные пока средства, не инвестиционные. Здесь есть ряд мер, которые можно принять, софинансирование институтами развития и так далее, и так далее. Эти меры мы все прорабатываем с профильными ведомствами. И второе, нет единого цифрового профиля для предпринимателя, ну или для организации. На мой взгляд, удобство пользования финансовыми сервисами, как некий единый идентификатор, и не всегда это войти через госуслуги, существенно бы способствовало упрощению пользования такими новыми формами финансирования. Вот. На этом я завершаю и призываю тех, кто краудфинансирование не пробовал, подписаться на ассоциацию краудфандинга. Мы о ключевых примерах и лучших практиках стараемся сообщать.